Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и у меня просто огромнейшее счастье. Меня распирает просто как ребенка, круче, чем на Новый год, когда тебе подарили, не знаю, там, все что угодно, чтобы тебе подарили. Я наконец-то получил пресс-аккаунт от Wargaming. Вы не представляете себе уровень моего счастья. Я здесь нашел те машины, обзоры на которые я даже не мечтал снять. Здесь есть объект 268/4, о котором я мечтал просто до умопомрачения. Здесь есть ВЗ-121GFT, машина только для миллионеров. Здесь есть Лупус, Крушитель. Здесь есть, в принципе, все. Здесь есть даже Кинеоцу, на которой я однозначно буду снимать обзор, несмотря на то, что это песок, потому что это легенда и это запрещенный танк. Ребят, мы все долго ждали этого, особенно те ребята, которые со мной с первых дней создания канала. И, друзья мои, я очень сильно надеюсь на то, что нас будет становиться все больше и больше. Первое, что я смогу сделать, я смогу реализовать свою мечту, создать электронную библиотеку обзоров на проходную технику. На канале уже есть соответствующие плейлисты, и они будут расширяться, поэтому, ребят, подписываемся на канал. Нет, не так, ребят, не просто подписываемся на канал, а, ребят, подписываемся на канал! Обязательно нажимаем на колокольчик для того, чтобы не пропустить новые видео. Я буду стараться ради вас и буду снимать дальше честные обзоры. Честные почему? Да потому что, ребят, перед тем, как взять себе в руки вот этот вот весь набор всей вот этой вот красоты, ребята, этот набор, он нескончаемый, 550 машин в коллекции, я сначала задал вопрос, который меня очень сильно беспокоил. Я спросил, можно ли мне будет в дальнейшем снимать все так же честные обзоры на технику, такой, какая она есть на самом деле, ничего не приукрашая. И мне между строк, а можно сказать и прямо, ответили, да, конечно, мы за абсолютное честное мнение и абсолютно не запрещаем ничего. Поэтому снимай себе на здоровье. Главное, чтобы критика была конструктивной. Ребят, никогда не отличайтесь тем, чтобы хайпиться на том, чтобы обхезывать какую-то машину. Здесь есть М60, которого мне очень сильно хотелось заполучить. Ладно, отвлекаюсь от темы, едем дальше. Ребят, приглашаю всех на свой Дискорд. На данном Дискорд-сервере ссылочка на него будет в описании. Вы можете общаться с людьми, которые разделяют ваше мнение, которые любят эту игру точно так же, как и вы. А кроме того, здесь есть раздел о новостях игры. Они там публикуются сразу, как только появляются в каких-либо официальных источниках. Кроме того, есть отдельно раздел, в котором вы найдете хронологию выхода видео на канале. Соответственно, вы не пропустите ни одного видоса, а, ребят, в ближайшее время их будут десятки, их будут сотни. Поэтому заходите на Discord, регистрируйтесь, отслеживайте, что вы видели, что нет. Я начинаю снимать, и начинаю снимать неутолимо. Я буду снимать обо всем. Я буду снимать полностью про каждую машину. И главное, ребят, честные, как и раньше, обзоры. Что самое еще интересное, то что теперь у меня есть возможность, поскольку машины у меня теперь есть в изобилии, и мне нет необходимости экономить на том, чтобы покупать конкретную машину, задумываясь о том, а точно ли лично мне, как игроку, она нужна, я, ребят, теперь имею возможность делиться с вами тем, что у меня есть. И в ближайшую же субботу, то есть завтра, состоится стримчик 6.05.2023 года, состоится стрим большой, огромный, пользуясь вот этим просто шикарным, обалденным аккаунтом, я разыграю батл пассовский пропуск на этот месяц. Заходите на стримчик, один из зрителей однозначно унесет с собой в виде подарочка особый пропуск на этот месяц. В дальнейшем, ребят, я планирую проводить стримы как минимум каждую субботу и каждую субботу что-то разыгрывать. Для того, чтобы получать призы, необходимо быть просто подписанным на мой YouTube канал, приходить на мои прямые трансляции. Плюс к тому, ребят, в дальнейшем я планирую делать розыгрыши и в самих видосах, которые будут выходить на канале, а значит, отслеживайте выходы все новых и новых видео. Плюс к тому, ребят, вы там в этих видео в ближайшее время будете находить скрытые бонус-коды, которые будут позволять вам получать тоже дополнительные призы. Короче говоря, ребят, я начинаю разыгрывать, а вы начинаете составлять мне в этом компанию. Жду вас всех на ближайшем стриме. Я пошел настраивать свой новый аккаунт. Ну а вы пишите свои
свои комментарии, ставьте лайкосы, подписывайтесь на каналчик, приходите на прямые трансляции, всех жду, контента будет очень-очень много, поэтому колокольчик вам однозначно пригодится, чтобы его не пропускать. Господи, объект 268/4, я мечтал о тебе с момента, как тебя ввели в игру, я сделаю на тебя обзор уже в ближайшее время. Друзья мои, разделите со мной мою радость, всех благ, всего хорошего, мира вам и обязательно спокойствия. Пока-пока!